Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Приглашение. Давид Тоноян встретился с постоянным представителем программы развития ООН в Армении. Стратфор включил Арцах в число де-факто независимых государств. Сирийский кризис должен быть урегулирован путем диалога между странами региона. Залив. Извиниться перед армянами. Духовенство Ирака властям Турции. Армянская церковь в Константинополе получит компенсацию в размере 4 миллионов долларов. В Калифорнийском университете в Беркли пройдет конференция, посвященная геноциду против армян. Уважаемые соотечественники, Республика Западная Армения, включая Киликию, Республика Восточная Армения и Республика Арцах. В этом лозунге правительство Западной Армении приглашает вас принять участие в мероприятиях, посвященных жертвам геноцида против армян. Мероприятие состоится в субботу, 27 апреля 2019 года, в 11 часов около мемориала Вечного Огня в Тицернакаберте. С уважением, правительство Западной Армении, 15 апреля 2019 год. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял постоянного представителя программы развития ООН в Армении Дмитрия Марьясина. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся осуществляемых в Армении в рамках программы развития ООН проектов. Тоноян представил подробности отправки в Сирию армянской гуманитарной миссии и заявил о готовности армянской страны по части совмещения и координирования действий с работами ПРООН или других структур. В ходе встречи были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Американское аналитическое разведывательное издание Stratfor опубликовало статью, в котором описывается признание непризнанные государства мира. В статье, в частности, говорится, что в настоящее время в ООН есть 195 суверенных государств, но де-факто их число несколько больше. На политической карте мира есть страны, которые, несмотря на международную непризнанность, де-факто являются независимыми, отмечается в статье. По мнению аналитиков Stratfor, таких стран в мире три – Арцах, Нагорный Карабах, а также Транснистрия и Сомалиленд. Примечательно, что в статье упоминается именно армянская версия названия республики. Stratfor отмечает, что несмотря на отсутствие признания со стороны членов ООН, эти страны имеют полную атрибутику независимых государств, институты управления, демократические структуры. Отмечается также, что эти самопровозглашенные государства, несмотря на непризнанность, в полной мере имеют независимую власть на своей территории. После своего рабочего визита в Сирию министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф вчера поздно вечером отправился в Турцию, сообщает ИРНА. На пресс-конференции в международном аэропорту Анкары он коснулся своей встречи в Дамаске. «Встречи были плодотворными. Я должен особо выделить встречу с президентом Асадом», — отметил он. «Во время визита в Турции мы также обсудим региональные события и разработки. Мы сосредоточимся на темах Сирии и Северной Африки, а также на двусторонних отношениях», — добавил он. «Мы заинтересованы в том, чтобы сирийский кризис был урегулирован путем диалога между странами региона». Посол Армении в Ираке Грача Пуладян принял в Багдаде президента Национального религиозного совета страны шейха Юсефа ан-Насири, членов постоянной комиссии общинного мира при правительстве и сопровождающую делегацию. С духовными лидерами Ирака был обсужден вопрос геноцида армян. Президент Национального религиозного совета Ирака шейх Юсеф ан-Насири строго осудил осуществленное в Османской империи бесчеловечное преступление, подчеркнув, что нынешние власти Турции должны извиниться перед армянским народом за содеянное, пресс-служба МИД Армении. На встрече мусульманские духовные лидеры Ирака также представили сведения о работах по укреплению сотрудничества национальных и религиозных меньшинств страны, подчеркнув бесценную роль армянской общины и иракской епархии, армянской апостольской церкви в этом деле. Земля, принадлежащая армянской церкви Никагойос района Баикос в Константинополе, была национализирована для проекта дорожного строительства. Церковь подала в суд на мэрию, и генеральный секретарь платформы ВАТИП и советник церкви Арутюн Шанл рассказал, что судебное разбирательство закончилось с пользой для церкви. Суд постановил выплатить штраф в размере 24,4 миллиона турецких лир, около 4 миллионов долларов, для выплаты компенсации церкви. Шанл надеется, что в течение нескольких месяцев сумма будет перечислена на счет церкви. На факультете армяноведения Калифорнийского университета в Беркли пройдет международная конференция, посвященная геноциду против армян, сообщает газета «Асбарес». Конференция направлена на оценку различных историографических аспектов геноцида против армян и его последствий. В ходе конференции также будут рассмотрены идеологические, политические и культурные аспекты геноцида против армян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию армянскую национальную академическую капеллу. Thank you.
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.